Группа из 30 человек ЦВК «Вагнер» была переброшена из России в Армению, а затем в Шушу. Об этом сообщают иностранные медиаисточники. В 1 ноября Радио Свобода, ссылаясь на вагнерцев, сообщает, что они уже в Карабахе и участвуют в боях. Они участвуют в боях в составе танковых бригадов, которые в кратчайший срок были мобилизованы для отправки в регион. Напомним, что террористическое военное руководство Армении несколько раз, публично обращаясь к миру, просило от них военную поддержку.